Традиционно в конце сентября улицы города оглушает массовый рев мотоциклов. Так байкеры заявляют о закрытии сезона двухколесного транспорта. Это лето выдалось жарким во всех отношениях. Хорошая погода благоприятствовала мотопутешествиям. Насыщенное, у мотоциклистов всегда насыщенное лето. Побывал во Владивостоке, посмотрел. Значит, Владивосток — огромный привет, хороший город. Вот, мотоциклисты там очень тоже общительные, тоже собираются, значит, и каждый где-то, кто-то где-то побывал. Поделились впечатлениями, обменялись эмоциями. Ведь пересаживаясь на своего верного железного коня, каждый испытывает особые чувства. На задний план уходят заботы и плохое настроение. Это отдушина, это хобби. На мотоцикле мы не занимаемся какой-то политикой, не обсуждаем сложные вопросы. Мы просто едем и отдыхаем, получаем удовольствие от вида, когда приезжаешь куда-нибудь на море или в горы. Теперь с наступлением похолоданий, сырой погоды и ночных заморозков многие поставят свой транспорт дожидаться весны. Но пока еще есть время насладиться скоростью и шумом мотора и прокатить по улицам города подрастающих мотоциклистов. Ну что, поедем? Готов? Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».